Всем привет, приветствую вас на моем канале. Сегодня сделаем коктейль яблочный мартини. В состав входит джин, сухой вермут и яблочный ликер. Вариаций коктейля достаточно много, но есть еще две более-менее популярные версии. Одна с водкой, яблочным ликером и ликером Cointreau, и вторая с кальвадосом, простым сахарным сиропом и лимонным соком. Приятного просмотра! Спасибо за просмотр, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, обязательно пишите комментарии, также подписывайтесь на мои соцсети и нажимайте на колокольчик. И пейте с умом. Всем пока!